Привет всем. Хочу немного разбавить велотематику вот таким вот аппаратом. Это трюковой самокат, как видно. Буду сейчас его собирать. В комплекте идет сам самокат в разобранном виде. Рулевая отдельно. Дек уже с колесами. Инструкция. Шестигранником. Про характеристики я расскажу, покажу. Вот цена такой игрушки 120-130 долларов на день покупки. Заказывал на Валбисе. Такая рулевая. По 4 шестигранника. Усиленная вот эта часть. Дека алюминиевая. Она короткая, базная идет, это 50 сантиметров на 12. Сейчас пакетик сниму, покажу. Вес самоката 3,96 килограмм. Легенький такой. Полиуретановые колесики. Подшипник тут Авек 11 хром. Не знаю, пока туго крутится. Буду собирать, посмотрю. Может, так и нужно. И грипсы. Процесс сборки занял у меня, наверное, минуту, даже меньше. Подтянуть надо было вот эти болты, 4 болта. Сильно не затягивал, потом, если что, подтянул во время эксплуатации. Имеется тут еще стальной фендер. Дропауты квадратные. Такой дизайн интересный. Колесики тоже такие с алюминиевыми вот этими вставочками. Гипсы серьезные, удобные. Хочу отдельно такую тематику выделить на своем канале. Самокаты, если интересно, пишите в комментариях. Буду больше снимать.